Печальная новость. Еще вчера в работе конференции по развитию внутреннего туризма принимал участие и Валерий Тимофеев, руководитель общественной организации Федерации сверхлегкой авиации Чувашской Республики. Сегодня стало известно, что он погиб, испытывая новое крыло мотопараплана. Он проводил испытания и потерпел крушение. Пилот скончался по дороге в больницу. На месте трагедии работают сотрудники Следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, сегодня около 12:20 по московскому времени вблизи аэропорта города Чебоксары упал мотопараплан. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. Валерий – автор огромного количества фотографий нашей республики и соседних регионов, сделанных с воздуха. Он автор книги «Чебоксары с небес». Таким видели город птицы и Валера. А благодаря его смелости и мастерству все мы.